5 марта в администрации района состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования Темрюкский район. На повестке дня – рассмотрение заявления о досрочном сложении полномочий главы района Ивана Василевского. В адрес губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева поступило прошение от имени главы Темрюкского района Василевского Ивана Николаевича с просьбой об отставке по состоянию здоровья. Александр Николаевич принял эту отставку и принял решение удовлетворить отставку. Заместитель губернатора Краснодарского края Владимир Свеженец отметил, что за годы работы Иван Николаевич зарекомендовал себя грамотным управленцем и эффективным менеджером. За те годы, которые проработал в качестве главы Василевский Иван Николаевич, как руководитель района, было сделано очень много. Мы сегодня еще раз проехали, посмотрели. И я вот, чувствуя в разговоре, с какой, будем говорить, внутренней теплотой, он рассказывал об общих успехах за эти 4 года. Наше муниципальное образование по итогам 2010 года было на 38 месте. Сегодня мы занимаем 6 место в экономике края. 6. И задача стоит на следующий год занять 5 место. И все предпосылки для этого есть. Председатель Совета муниципального образования Темрюкский район Александр Шерстнев от имени депутатов и всех участников сессии поблагодарил Ивана Василевского за добросовестный труд в течение 4 лет. От имени депутатов районного совета, от всего актива района поблагодарить вас за совместную работу. Мы с вами выстроили, в общем, хорошую систему работы органов местного самоуправления с нашими поселениями, с нашими главами поселений, с советами поселений. И эту работу мы, конечно же, продолжим. Временно исполняющим обязанности главы Темрюкского района назначен Сергей Рабилко. С 2004 по 2009 годы он был главой города Тимашевска. С 2012 года на протяжении 3 лет руководил Щербиновским районом. За время работы зарекомендовал себя как эффективный управленец. Сегодня я провел сессию в Щербиновском районе, где было принято решение депутатами и принято заявление о переходе на более ответственную работу Сергея Григорьевича Рабилко. Ему 41 год, эффективный управленец, менеджер, глава с хорошим опытом. Вся его работа будет направлена на решение вопросов социально-экономического развития территории. Я уже сказал, что знаю его не понаслышке, когда он работал главой Тимашевского района, главой города. С его приходом в непростые середину 2000-х годов, когда нужно было заниматься благоустройством, реформой ЖКХ, благоустраивать свои населенные пункты, все это он проходил. И я хочу сказать, достаточно успешно и эффективно. И я думаю, уже в новом качестве, у меня даже тени сомнения нет, у Сергея Григорьевича все получится. Потому что сам он трудоголик, ценит людей, дорожит мнением людей, доступен, коммуникабелен, общителен. И я думаю, что все эти качества и весь тот опыт, который он получил в тех должностях и приобрел в тех должностях, которые он занимал ранее, он с полной отдачей приложит на благо развития и процветания Темрюкского района. Перед Сергеем Рабилко уже поставлены первоочередные задачи. Это обеспечение района врачами и медперсоналом, реконструкция водовода, строительство детского сада, благоустройство территории. Губернатором четко поставлены задачи. Конечно, это модернизация теплоэнергетического комплекса, это строительство водовода, это проектирование газопроводов, подводящих и разводящих. Конечно, подготовка к курортному сезону. Я внимательно смотрел на вас. Вы знаете, здесь живут замечательные люди. Я думаю, у нас все с вами получится. Заранее спасибо за помощь и за поддержку. От себя хочу гарантировать порядочность и трудолюбие. Спасибо вам.